Ответственность за теракты в столице Индонезии взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Как заявили в полиции, боевики пытались повторить сценарий парижских терактов. Несколько групп, вооруженных самодельными бомбами и ручными гранатами, устроили серию взрывов в самых людных местах Джакарты, после чего вступили в перестрелку с силовиками. До сих пор неизвестно точное число жертв. Погибли, по разным данным, от 2 до 12 человек. Семеро получили ранения. В полиции сообщили, что были ликвидированы 5 боевиков, несколько подозреваемых задержаны.